Добрый день, мои друзья. Давайте тут маленькую экскурсию вам проведу. Археологические исследования на территории Дмитровского Кремля. Здесь проводятся археологические исследования Института археологии Российской Академии Наук при поддержке администрации Дмитровского городского округа и музея-заповедника Дмитровский Кремль. Так, раскопали старый дом. Ну, дело в том, что давно уже никого здесь нету. Почему-то на раскопках этого дома никого нету, никого не вижу здесь уже давно. Так, вода высохла, это уже радует. Какие-то тут туалеты древние раскопали. Вот, ладно, что-то здесь ищут. Уже целый год. Ну ладно, ребята, это все неинтересно. Значит, сейчас я вам покажу то, ради чего я вам начал тут снимать сегодня. Смотрите, что произошло. Обалдеть, да? Смотрите, только недавно совсем мы с дедом Володькой тут это играли в новую игру «Дом камнями». Дом вот именно здесь бросали, именно здесь, пацаны. И смотрел, вот здесь у нас дом был. И там, где снежный человек играл с дедом Вовкой, выросла клумба великолепных цветов, ребята. Это вот что, совпадение, что ли, такое? Что там, где снежный человек, Ванька, поиграл с дедушкой, выросли цветы красивой, необыкновенной красоты, ребята. Это совпадение, наверное. Обалдеть просто. Здесь каменный топор мы с ним делали, и вот цветы выросли. Обалдеть. Животворящая сила снежного человека, ребята, это не просто так, это самый настоящий полтергейст, вернее, самый настоящий коренной житель приходил, и вот после его прихода, после его визита выросли прекрасные цветы. Вот так, ребята, говорят, еще чудес не бывает. Еще бывают еще какие чудеса классные вообще. Просто великолепные чудеса бывают. Земельки тут свеженькие накидали. Сейчас вот дожди пройдут, видимо, травка будет красивая. Да, вон семена везде. О, ладно. Так все красивенько у нас тут для туристов. Тропинку сделали. Все хорошо.